Научись сначала не терять, и прибыль появится. Центробанк отметил, что только в 2021 году объем операций с криптовалютами на территории России достигли 5 миллиардов долларов. И сегодня действительно каждый может стать долларовым миллионером. Мы сумели сделать продукт надежный и выгодный. Как только ты нашел безопасное место для своих денег, то считай, что ты разбогател.